Всем привет, уважаемые друзья! Приветствуем вас всех на своем канале. Сегодня мы в городе Сочи, Дендрарий, и это мавританская беседка. Красота неимоверная, ребята. Красота необычна. Все красиво. Гляньте. Супер красота. Сюда для нас. Гляньте, экзотические растения. Думаю, многим это интересно и понравится. Не знаю, отсвечивает солнце. Сегодня в Сочи не так жарко, но после ливня очень душно, очень. Плюс 28 было. Кстати, ребята, для общего развития скажу, что билет на взрослого стоит 350 рублей. И ходите хоть тут с утра до ночи, но на один день. Для ребенка стоимость билета составляет 150 рублей. Вот мы вдвоем сегодня 500 рублей это стоит. С ребенком. Вон. Фонтан вижу красивый, вот фонтан. Удивительное зрелище. Так, уходим искать страусов. Где-то здесь есть страусы еще. Пойдем глянем фонтан, ребята. Я уже вам снимала фонтаны. Пройдемся по аллейке, по этой. А цветов всяких тут, растений экзотических. Есть тут, даже кому интересно, здесь есть и возле растений трафарет. Что и как называется. Я проходила, ну там я не снимала, как бы все интересно, но берегу зарядку, чтобы снять, возможно, еще что-то интересней. Тут где-то еще есть страусы, хочу снять страусов для вас. Красота неимоверная. Гляньте, такие вообще идеально. Очень-очень красиво. Так, мой ребенок уже убежал, то буду искать еще. Он у нас такой друг. Быстро ходит.
О, сейчас снимем вот этих вот, эти скульптуры. Кто это, я не знаю. Вообще-то, но все равно. Очень интересно, гляньте. Гляньте, поверх, как идет наверх, лестница красивая как. И полюбуемся сейчас, рассмотрим фонтан поближе. Мы. Что тут, драконы? Драконы и амфоры. Вода течет сверху. Какие-то херувимы. Ну, что-то такое. Ну да, да, херувимы я вижу. Классно, ребята, классно. Фонтанов великое множество. Жаль, время мало. Я время потеряла 5 дней здесь. Лили. Дожди, была непогода. Кстати, сядь, посиди пока. Сейчас уже пойдем. Олеандр растет. Про олеандры я расскажу вам, ребята, еще историю. Вот виден дом. Может быть, из-за этот дом вам будет очень интересно. Дом этот с вертолетной площадкой. Вот он виден. Дом за дендрарием, да? Закрытая территория здесь. У них свой двор. Во дворе, в этом доме, ресторан для жителей, магазины свои для жителей. Ну, естественно, представьте, квадратный метр от несколько миллионов тут жилье стоит. Кто тут селится? Видимо, там знаменитые политики, там знаменитые всякие ученые, артисты. Ну и просто очень-очень богатые люди, у которых кроме автомобилей есть еще вертолеты. На крыше там вертолетная площадка. Причем две, вот он дом. Может, кому-то будет интересно, вот он виден. Это закрытая территория, там забор, просто так вас туда не пустят. Ну, никого вообще не пустят, если у вас нет разрешения. Даже на территорию. Ну вот и все, пока что я хотела вам рассказать. Продолжаем наше путешествие по дендрарию города Сочи. Ребята, спасибо, что вы смотрите меня. Спасибо, что оставляете комментарии, лайки. Я обязательно каждому из вас, я на все ваши комментарии отвечу. Просмотрю все ваши видео. Ну, просто я не могу, я же не дома, не могу сидеть в интернете, просматривать видео. У меня на это нет времени. Уже скоро приеду домой, тогда займусь, даже пусть вы месяц мне назад написали, я вам обязательно отвечу, обязательно. Сколько вы раз у меня смотрели, столько я раз посмотрю, все напишу, все пролайкаю. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Буду заканчивать это свое видео. Спасибо за внимание. Спасибо, что вы со мной. Всем приятного дня.